Эта идея родилась уже давно, то есть мы планомерно идем к созданию морского парка на базе второго корпуса нашего университета. Недавно мы высадили порядка 40 деревьев, это лиственные деревья, а вот эту часть, северную часть, мы высаживаем уже хвойными деревьями. Сегодня будет высажено 22 елочки. Деревья мы, соответственно, приобрели в питомнике, а для того, чтобы их приобрести, нам помогли, во-первых, наши выпускники, сотрудники университета, причем даже из числа администрации в том числе, ну и, безусловно, курсанты и их родители. Через буквально 5-6 лет здесь будет действительно красивый хвойный сад, хвойный лес. Эту хвойную часть мы будем дальше досаживать, здесь будут и кипарисы, и другие хвойные деревья, а ту часть, южную часть, мы будем засаживать какими-то южными растениями, включая пальмы, ну и здесь будет пруд, беседки, поэтому будет полноценный морской парк с различными арт-объектами. Это будут и якоря, и небольшие плавсредства, где можно посидеть, поприсутствовать. Так что это будет действительно полноценный морской парк. Не только для курсантов, и также мы думаем, что это будет... Мы ждем всех жителей города, которые могут прийти сюда на экскурсию в музей, ну и отдохнуть в этом парке. Я думаю, 5-6 лет, когда это все вырастет, будет очень красиво. Максимально сплетились с природой. Правильно. Вот я бы с этой стороны.